Кстати, он датский книги это вроде как придурковатый, да? Да. Но он кубатурит башкой своей. Так. Ну, это видно, кстати, на самом деле, я согласен. Да, и такая история меня даже удивила. Датская была девушка, такая сексуальная, да? Так. И он хотел с ней провести пару ночей. Но она сказала, что купишь мне кольцо, дорогое, и я тогда с тобой пройду ночь. Ну, как бы буду вместе с тобой. Ну, он сказал, конечно, дорогая, я тебе куплю. Но он пошел в магазинчик бижутерный, купил фейковое кольцо, туда прицепил ценник с нулями, ну и показал, вот колечко тебе, дорогая, там. Ну, он сделал свое дело, она хватила кольцо, побежала в ломбард сдавать, а ей сказали, ну ты лохушка, видишь,